Привет! Привет, привет, Тимоша, привет, Василиса. Как дела у вас? Машина? Где машина опять? Да, машина? Небо летает. И я знаю, что машины из неба вылетают. Они оттуда двигаются. Хорошо, я не знаю, что будет Василиса. А сегодня у нас... Это у нас вот такая вот коллекция. Смотрите, это жалко, что нет диагостини, но тоже большие игрушки. Да, да. Кидаю, ловите давайте. Оп, оп. Оп. Дай. Тимош, теперь раскрывай. Похож на Кой Макси, да? Да. Это акула. Это не акула, а кто это? Дельфин. А кто, дельфин это кто, рыба? А кто это? Это млекопитающий. Дельфин также молоком кормится. Вот смотрите, какая игрушка. Она большая. Видите, смотрите. Прям как на руке хорошо лежит, на ладони. Тоже здесь, смотрите, шарики. Здесь резина. И у него открывается рот. И зубки даже видно. А розовый дельфин хочет? Все, Тимур, давай, спасибо. На, Тимур, посмотри игрушки. Вот, смотри, здесь вся коллекция. Так, это вот дельфин вот такой вот, его постер. Это ум у него 95, почти до конца. Это я, размер у него, наверное, очень похож на слово. Дальше, подвижность у него 100, очень быстрый он. Подвижность 40 км в час достигает, 2,7 метра. Вот он, дельфин там, да? Это он? А что он тебя? Это уже как в дельфинарии, он же подрессировал его, Василиса. Тимон, скажи, дельфин. Атин, да, все, это Атин, Патин. Дельфин, Патин. Патин. Машина, ты хочешь сказать? Да. Такая, в принципе, неплохая игрушечка. Очень, конечно, похож на Комакс. Так вот, вот здесь вот у него, наверное, здесь сюда вот шарики забиваются, а потом как-то это закрывается крышечкой. Дельфины – это вовсе не рыбы, а водные млекопитающие небольшого размера, относящиеся к отряду китообразных. Дельфины стоят в прямом родстве с китами и касатками. Последние, собственно, являются крупными дельфинами. Общими чертами всех видов дельфинов является голое обтекаемое тело, гибкое и мускулистое одновременно, сильно видоизмененные конечности, превратившиеся в плавники, небольшая голова с заостренным рылом и спиной плавника, который есть у большинства дельфинов. Глаза маленькие, видят дельфины плохо, у них также отсутствует обоняние. Эти животные обладают совершенной эхолокацией, они улавливают отраженную звуковую волну, таким образом определяют местоположение объекта. Обитают дельфины исключительно в водоемах, никогда не покидают толщи воды. Ареал этих животных очень обширен и охватывает почти весь земной шар. Дельфинов нет только в самых холодных водах. В основном эти млекопитающие живут в соленых водах, морях и океанах. Но некоторые виды дельфинов, китайский, амазонский, речные дельфины, обитают в крупных реках. Все виды дельфинов – стайные животные, и группы могут насчитывать от 10 до 150 особей. Это дружелюбные животные, которые поддерживают друг с другом мирные отношения. Между ними не бывает драк и жестокой конкуренции. Между собой они общаются звуками различной тональности и продолжительности. У каждого члена стада свой индивидуальный голос. Это не что иное, как речь. Вот почему дельфинов считают одним из самых высокоразвитых животных, ставя их интеллект на одну ступень с человекообразными обезьянами. Движениями сильного хвоста дельфин способен поднять свое тело над водой, удерживать его несколько секунд и даже двигаться при этом задом наперед, стойко на хвосте. Питаются дельфины исключительно рыбой. Они отдают предпочтение мелкой и средней рыбе, анчоусам, сардинам. Главными врагами дельфинов являются акулы и, собственно, сородичи. Один из самых крупных видов дельфинов – касатка – охотится с теплокровными обитателями морей. Более мелкие виды часто становятся ее добычей. Дельфинов часто содержат в аквапарках, где они проходят сложные программы дрессировки и выступают в развлекательных шоу. Здесь написано. А здесь написано по-испански, Василис. А! Он, а может быть он, стоп, я не понимаю, вот он дельфин наш. Может быть он меняет цвет в воде? Давайте попробуем. Все, Тимош, давай, пускай в горячую воду его. Так, топи. Ой, он дельфин, он может плавать. А теперь холодную, теперь смотрите, должно быть у него небольшой, посмотрим, хвостик, он видно хвостик, немножко стал посинее. В холодной воде он становится более темным, но не такая большая разница. Какое лицо? У дельфина лицо разве есть? Он заболел! Ага. Вот, смотрите, здесь не так видно. Вот в холодную как положим сейчас вот хвостик. О, ты прям на хвостике сразу видно.
Но не так заметно, как я говорю, для гостини Макса. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Лайки, Тимош. Пожалуйста. Айки, да, все. Все, побежал играть? Пока.